Всем привет! Сегодня пятница, и будем готовить закуску к пиву. Свиные ушки по-корейски. Значит, понадобится нам уши, уже заранее помыли. Приправа для салатов по-корейски. Грамм, наверное, 100 растительного масла, 2 столовые ложки уксуса и чеснок. Так, лавровый лист, соль и перец горошком отправляем. Нашу водичку. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы мы будем ушки варить сначала. Отправляем туда наши, не наши, Хрюшкины ушки. Хрюшкины ушки, да. Варить нужно часа полтора. Ну, по-разному, да, но не доводить до состояния, когда как в холодец. Да. Потому что они слипаются и не очень такой красивый вид будет. Ну все, ждем. Уши сварились, достаем и даем им остыть. А пока будут остывать, мы сделаем маринад для них. Пахнут прямо это. Прикольно. Да, бульончик прикольно пахнет. Сколько? Где-то в районе часа варились? Да больше чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Час 20 где-то варились, но мы попробовали, что вроде мягкие, поэтому лучше не переваривать, иначе потом будут слипшиеся такие вот. Итак, делаем маринад. Выдавили чеснок, добавляем приправу для морковки по-корейски, для салатов по-корейски есть. Обязательно немножко красного сладкого перца. Наливаем растительное масло и уксус. Перемешиваем и даем настояться, чтобы приправа немножко набухла. Так, наши уши остыли. Начинаем нарезать. Нарезаем соломкой. Нарезали. Теперь добавляем наш маринад. Главная помощница в кадре. Тебе там что надо, подруга? Дней моих суровых. Маринад вообще. Прелесть. И перемешиваем. Теперь отправляем все это дело в холодильничек часов на 5-6. Как раз к вечеру с пивом самое то. Ну вот и вечер пятницы. Наши ушки промариновались. Снимаем пробу. Такой прикольный вкус вообще. С пивом самое то, да? Ну, хорошей вам пятницы. И хорошего настроения. Yeah.